Приветствую каждого игрока, а то еще статисты на моем канале. С вами Зав. И наконец-таки у нас наступила эра, когда появился новый ивент. 14 дней августа. 14 дней августа ивентов не было. И вот, наконец-то, спустя 2 недели томительного ожидания нам что-то завезли. Разработчики, ну честное слово, ну нужно чуть-чуть почаще выпускать какой-то хотя бы мини-контент, там приказик какой-то, небольшой квестик, ну что-то выпускать, чтобы мы немножечко поиграли, чтобы было желание войти в игру, чтобы был повод войти в игру. Ну выпустили новый режим. Спасибо хотя бы и на этом. Вот можно было к новому режиму какой-то квестик прикрепить, чтобы мы там аватарку какую-нибудь условную получили. Ну или камуфляжик на худой конец. Ну или вот недавно был день рождения мира танков, там можно было снова какой-нибудь фон профиля, старый, допустим, закинуть в какой-нибудь тоже простенький квестик. Ну, лишь бы что-то было поделать. А так получается, мы сидим, ждем и вот дождались. Ну, давайте знакомиться с этим ивентом. Хорошо, хоть его выпустили. Я, на самом деле, был бы рад любому ивенту, так что этому ивенту я рад вдвойне. Потому что здесь можно получить реальную халяву. Но давайте разбираться постепенно, какую халяву мы все-таки можем получить. Ну и пока мы тут сильно не ушли в дебри ивента, я напомню, что у нас есть розыгрыш, который проходит в телеге, который уже вот-вот скоро закончится. Ну как, не совсем скоро, но... уже не так много дней осталось, 6 дней осталось до конца ивента. Подписывайтесь вот на эти телеграм-каналы, нажимаете «Участвовать» и все, вы участник этого розыгрыша. А, ну да, еще один маленький нюанс. Как вы знаете, YouTube сейчас пострадывает, поэтому у нас есть дополнительные площадки. То есть на ВК-видео вы можете посмотреть мои видосы. Или, допустим, если вам больше интересны стримы, то ВК-плей-лайв. Все ссылки есть в телеграме, поэтому подписывайтесь на телегу, ничего не упустите. Ну и все, погнали, теперь про ивент. Во-первых, в этот раз разработчики бесплатную дорожку положили наверх. Обычно здесь лежит платная дорожка, потому что платная дорожка была в приоритете. Теперь, видимо, бесплатная дорожка в приоритете, а платную они решили разместить снизу. Это на самом деле очень меня удивляет, потому что обычно разработчики нацелены все-таки на заработок, а заработок он лежит вот внизу. А внизу значки-то поменьше, внизу это все не так хорошо видно. Ну, тем не менее, платную дорожку мы тоже обязательно рассмотрим, но начнем с бесплатной. Как пройти бесплатную дорожку? Для этого нужно получать фраги. Просто ездить в рандоме, получать фраги, а за эти фраги получать балалайки. Кстати, новость по ивенту не работает. Если вы хотите новости почитать, читайте на странице игры, там можно это сделать. А так перейти через ивент невозможно. Пока еще ее не починили. Но, тем не менее, я вам стопроцентно говорю, что нужно получать фраги, а за фраги балалайки. Сколько же всего фрагов нам нужно? Для этого мы можем нажать на последнюю награду и увидеть, что нам нужно 212 балалайк. Соответственно, 212 фрагов. Ну, не так уж и много на самом деле. Но, учитывая, что у нас всего 5 дней, кстати, это тоже претензия, 5 дней всего дали на ивент, очень мало, на мой взгляд, то за 5 дней нам нужно делать по 40 с копейками фрагов. 43 фрага, если быть точным. Ну, нехило так. Вы же не будете делать каждый бой по 4 фрага, согласитесь. В среднем вы будете делать, ну дай бог, 2 фрага. Это в среднем. То есть, если вы будете делать 2 фрага, то это больше сотни боев. А в день вам придется откатать, ну, примерно 20-ку боев. Что тоже, в принципе, немало. Нет, ну особо задротистые парни, понятное дело, все это пройдут и не заметят. В принципе, все сводится к тому, что мы должны просто воровать у друг друга фраги. Но для обычных людей, конечно, условия какие-то суровые. Окей, что же мы получим в награды? Значит, в принципе, тут наград особо ценных, наверное, и нет. 30 бустеров золота, ну, в принципе, неплохо. Примерно 500 золота положили, чуть меньше. Дальше васильки. Про васильки, наверное, поговорим отдельно, потому что за васильки вы можете получить особые награды. Их я вам покажу чуть позже. Аватарка вот такая. Аватар сердечный. Аватар не анимированный, ничего такого. Просто аватарка и все. Ну, окей. Далее. 3 коробки собери все. Кому-то с этих коробок даже какой-то танк, скорее всего, выпадет. Так что, в принципе, это годная награда. Наверное, одна из самых годных вообще во всей этой цепочке. Ну... сертификаты, не знаю, не будем, наверное, их тоже рассматривать как особо ценные награды. Самое главное, что они не временные, они навсегда, и слава богу. Поэтому вы их положите, когда вам надо будет какую-то восьмерку прокачать, у вас будут сертификаты, вы сможете и быстрее ее получить, то есть меньше опыта потратить, и выкупить ее с 25% скидкой. Ну, в
принципе, неплохо. Окей. Далее у нас идет пак реакций. Пак реакции вот такой вот. От души называется. Не думаю, что этими реакциями кто-то будет пользоваться, но, может быть, хотя бы кому-нибудь они зайдут. По мне, так пак реакций слабоват. Честно говоря, ничего тут супер крутого и прикольного я не нашел. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет. Может быть, я и не прав. Хорошо, с бесплатной дорожкой мы закончили. Запомнили, что в бесплатной дорожке у нас есть 4 василька, которые мы можем получить. Вернемся к этому чуть позже, а теперь переходим к платной дорожке. Что же у нас есть в платной дорожке и сколько будет стоить пройти платную дорожку? Ну, давайте сначала прям по козырям. Сколько будет стоить пройти всю платную дорожку? Так вот, всю платную дорожку можно будет пройти за какие-то жалкие, парам-пам-пам, 18 тысяч рублей. Не верите? Давайте я вам покажу. Так вот, есть у нас предложение на сайте Лесты. Вот, золото можно купить, да. И 900 кокошников стоит 8910 рублей. То есть берем эту сумму, умножаем на 2, правильно? Давайте я сейчас прям специально вместе с вами все это проведу. 8910, все правильно, да? Умножаем на 2. 17 820 рублей. Ну ладно, чуть меньше, чем 18 тысяч рублей. Но я думаю, 180 рублей погоды вам не сделают. Поэтому около 18 тысяч рублей для того, чтобы полностью пройти данный ивент. Если вы хотите пройти ивент не полностью, если вы хотите пройти его до какого-то этапа, там нужно, конечно, рассчитывать отдельно, есть разные варианты, но, допустим, вы хотите дойти до васильков, и вам понадобится 290 кокошников, окей, давайте заценим, сколько же нам нужно золота для того, чтобы получить 290 кокошников. 230 можно получить за 2275 рублей, и еще нужно 60. Есть либо 50 и 10, ну да, 50 и 10 будут выгоднее. То есть еще 500-600 рублей. 2800 рублей, 2900 даже рублей, по сути получается. И вы доходите до вот этого этапа. Для того, чтобы получить еще 8 васильков. Но это не имеет смысла, потому что там нужно на танк 16 васильков. Так что, даже не зная, зачем вам доходить до этого этапа, это все равно очень-очень дорого. Хорошо, за 20 васильков вы получаете 35 бустеров золота, что, в принципе, дает нам опять те же самые 500 золота. Только здесь уже вероятность того, что это будет 500 золота, выше. 1500 золота вы получаете следующей наградой. Тут уже анимированный аватар, вот такой вот душенька. Далее у нас идут наши васильки, X5-ки, непонятно зачем, аж 10 штук. Не представляю человека, который вкладывает 18 тысяч рублей вот в это вот событие, и у него вдруг не прокачаны какие-то танки, потому что у него там иксов не хватало, видите ли. Даже близко не представляю. Ну, может быть, такие люди есть. Если вы такой, отзовитесь, напишите мне в комментариях, что я такой. Я вот иксы отсюда возьму и прокачаю какую-нибудь ветку. Это будет интересно. Так, ладно, мне просто интересно, реально, есть такие люди или нет. Сертификаты, ну хорошо, на свободный опыт. Далее, вот такой вот фон профиля. Ну, в принципе, фон профиля красивенький, более или менее. В принципе, не могу сказать, что этот фон профиля мне прям совсем не нравится или очень сильно нравится. Ну, такой средненький фон профиля тоже на любителя. Хорошо, дальше у нас опять-таки васильки, еще X10 в этот раз для прокачки каких-то танков. Опять-таки, отзовитесь, кто будет этими X10-ками что-то там качать. Ну и последнее, это камуфляж душенька, который подходит для СТБ. Вот так вот выглядит СТБ в этом камуфляже. То есть тут написано «Свет очей моих», душенька сама нарисована, с этой стороны написано «Душенька», опять-таки сама душенька нарисована, коса уходит прямо на пушку, то есть обвивая, так сказать, пушку, ну и в принципе выглядит, конечно, вроде как неплохо, но опять-таки на любителя. Не могу сказать, что прям вот всем зайдут и камуфляж, и фон профиля. И даже аватарка, наверное, не всем зайдет. Аватарка, честно говоря, мне меньше всего нравится. Даже вот эта аватарка, если бы она была анимированная, была бы, ну, несколько поинтереснее, на мой взгляд. Ну, это ладно. Это, в принципе, мое видение. Оно может отличаться от вашего. Окей. Теперь, что же мы получаем за васильки? Мы пришли, наконец-то, к василькам.
Давайте посмотрим, что мы получаем за васильки. Вот оно событие, как в сказке. И за васильки мы можем получать определенные награды. Если говорить про 16 васильков, что можно получить только из платной цепочки, как вы видели, 16 васильков набирается только посредством 8 и 8. Нету опции пройти бесплатную дорожку, да, забрать 8 васильков как-то там и забрать 8 отсюда. Нет, такого варианта нема. Есть только платная дорожка, и только здесь вы забираете 16. Так что 16 это самая главная награда, и за нее вы можете получить либо вазона 121 ГФТ вместе с некоторым количеством контейнеров, либо синлака, опять-таки вместе с некоторым количеством контейнеров, либо просто взять некое количество контейнеров и сертификат на случайную восьмерку. В любом раскладе вы останетесь недовольны, потому что компенсация в серебре. А эти танки, я полагаю, вот именно эти два танка, они есть у вас и уже давно. Особенно это касается тех, кто вложил, ну, там меньше надо, конечно, чем 18 тысяч рублей для того, чтобы забрать 16 васильков, но все равно там прилично получается. И если вы вложили эти деньги, то однозначно у вас эти танки есть. Поэтому, видимо, для вас только вот эта опция адекватная, где вы можете взять танк на удачу. Но, скорее всего, опять-таки, все танки из этих у вас есть. Коллекционок здесь нету, ни одной, поэтому компенсации в золоте не будет. Компенсация будет вся в серебре. Окей, если вы собрали 8 васильков, а это уже платная дорожка, только платная дорожка, и без бесплатной. Бесплатная она нищая, она дает только 4 василька. Если вы решили немножко задонатить, вот мы уже с вами посчитали, да, почти 3000 рублей надо на 8 васильков. У вас есть опция взять вот такой вот набор, здесь у нас семерочки. С семерочками дела получше, семерочки есть коллекционные, можно даже какое-то золото за них получить. Ну и если у вас каких-то семерочек нет, ну может быть этот набор имеет какой-то смысл. Также здесь есть контейнер счастливое число, этот контейнер счастливой семеркой, опять-таки можно получить какие-то семерки, опять можно получить какие-то коллекционные варианты. По сути здесь ничего прям суперценного нет. Ну и контейнер последней новинки, в принципе здесь уже можно получить реально много золота, потому что здесь есть и само золото, и в принципе вот танчики за золото тоже имеются. Но шанс, конечно, копеечный. Шанс на эти танки прям очень низкий. Давайте я вам сейчас покажу. 1,33%. Хотя, слушайте, не такие уж и низкие. Я, честно говоря, думал, что тут меньше будет. Это получается 20% шанс на то, что вам танк выпадет. Не так уж и плохо, ребят. То есть контейнер последней новинки это, в принципе, адекватная цель для того, чтобы его получить. Кстати, контейнеры последней новинки при открытие 10 контейнеров дают вам еще один контейнер последней новинки. Имейте это в виду. Я вот, например, этого не знал. Хорошо. Есть также за 8 васильков 45 дней према. Но это вообще полная чушь. То есть лучше уж взять тогда, что за диво. Дальше за бесплатную дорожку вы можете за 4 василька получить, например, кладовую ресурсов. Это опять-таки 14 дней према. Но этот набор я бы однозначно отмел, потому что есть гораздо интереснее набор «Знатная компания». Во-первых, здесь есть мега-контейнер, который дарует вам 100% 1000 золота. Во-вторых, здесь есть контейнер последней новинки, который мы с вами только что разобрали, который может дать вам, во-первых, золото, а во-вторых, с 20% шансом какой-то из этих танков. Это у меня здесь все есть, а у вас, может быть, какого-то из этих танков и нет. Так что вполне неплохая альтернатива. Также здесь есть контейнер «Собери их все». Ну, какой-никакой шанс на танк все-таки есть. Ну и в конце концов, 7 контейнеров таких откроете, получите золото. Ну и 3 контейнера кастомизации. Это, конечно, уже чушь, но все равно. Вдруг вам выпадет какой-нибудь фон профиля, о котором вы давно мечтали. Кстати, фона профиля с душенькой пока что здесь нет. Но может быть, когда-нибудь он появится. Я бы вот не отказался от каких-нибудь фонов профиля с девчулями. Почему бы и нет? На халяву же, на халяву. Ну окей, вот, собственно говоря, вот этот набор самый интересный. Ну и есть набор для самых ленивых за 2 василька. Здесь тоже немножко золота есть, 350 золота. Ну, в принципе, если вы прям совсем не хотите играть, вы можете дойти до первых двух васильков, забрать вот этот наборчик и забить на все. Я бы на вашем месте, конечно, так не поступал, я бы все-таки добрался до знатной компании, но если уж прижало, если у вас совсем времени нет поиграть, то забирайте хотя бы отрадный набор. Это хоть что-то. Потому что ваши васильки будут списаны по 200 тысяч кредитов за каждый василек. А это как бы не совсем та награда, ради которой имеет смысл вообще
потеть. То есть 37 фрагов сделаете и на этом остановитесь. Но это опять-таки вариант для ленивых. То есть в основном люди будут проходить по полной программе и, конечно же, будут забирать самый интересный набор знатная компания. В целом, ивент простой, ивент не подразумевает каких-либо сложностей, кроме сложности игры в рандоме. Потому что в рандоме начнется безумие, каждый захочет подсосать у другого фраг, это 200%. Никто не захочет своими фрагами делиться с кем-то там еще, с кем бы ты ни был еще. Каждому нужно будет урвать свой кусочек, и все будут еще стоять, выцеливать и выжидать, как петушня, когда кто-нибудь сделает противника шотным для тебя, и тогда ты только выстрелишь. Конечно, это бесит. Это бесит. Мы уже проходили такое на ивенте 116 F3, и я не понимаю, почему разработчики решили к этому вернуться. То есть снова сделать ивент на фраге. Можно было спокойно сделать здесь ивент на урон. Мне кажется, это было бы более правильно. Можно было сделать спокойно ивент на победы. Это было бы, ну, конечно, не так интересно, но, тем не менее, за победы это хотя бы справедливо, то есть все стремятся к победе. А здесь, получается, все будут стремиться к подсасыванию. Тяжелые дни ждет рандом, особенно в первый день ивента. Потом станет чуточку полегче, потому что самые задротистые задроты пройдут этот ивент буквально за несколько часов. Уверен, что кто-то уже начал и уже находится там на каком-нибудь 5-6 этапе, а то и до 7 уже добрались, когда я выпущу это видео. Но, тем не менее, не все такие задротистые, поэтому кому-то придется пострадать вместе со всеми остальными, с теми, кто будет подсасывать фраги. Увы и ах, вот такова судьба. Я тоже запущу сегодня стрим, стараюсь покататься вместе с вами и тоже поподсасывать фраги, потому что от этого и не уйти. 212 фрагов они сами собой не сделаются. Придется ехать либо в рандом, либо в режим. Но режим там тоже свои нюансы есть. Там больше 2-3 фрагов не получается обычно сделать, и это при хорошем раскладе 2-3 фрага. С другой стороны, бои там проходят достаточно быстро, можно будет попробовать и в режиме пофармить. Я думаю, мы и так попробуем. И в рандомчик заедем, посмотрим, как там все будет. И в режим закатимся, тоже попробуем посмотреть, сколько фрагов у нас получается за один бой. В конце концов, если брать имбовые машинки, ПТшки те же, да, то настрелять не проблема в режиме. Самое главное, чтобы противники от тебя не уезжали, и ты успевал их забирать. Потому что тебе же нужны фраги, и все. Ну, поздравляю еще раз тех, кто ждал хоть какой-нибудь ивент. И, пожалуй, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вы думаете по поводу этого ивента. Обязательно ответы на мои вопросы про иксы напишите. Вот, мне очень интересно, кто будет прокачивать технику, кто будет покупать вот эту полосочку и прокачивать технику за эти иксы. Потому что иксы, мне кажется, ну, самые бесполезные награды, которые сюда могли положить. Лучше бы они сюда золото какое-нибудь положили, или бустер золота, или еще что-нибудь. То, что привлекло бы донатеров. А вот это... Я не знаю, донатеров вряд ли привлечет. Особенно учитывая, что они находятся на 9 этапе. Это ж охренеть не встать. То есть ради камуфляжа тебе придется вот эти иксы покупать. Ну ладно. Не забыли подписаться, не забыли лайкос. Тогда до свидос. Всем спасибо и всем пока.